обогащенные коллективным опытом партии, готовые донести идеи съезда до сознания каждого советского человека, возвратились домой делегаты 26-го съезда КПСС. Как и во всех трудовых коллективах, горячо приветствовали своего делегата, директора Александра Ивановича Кривохижина на Саратовском авиационном заводе. Коллектив с честью выполнил задание 25-го съезда партии, освоив серийные производства лайнеров Як-42. Участники митинга заявили о том, что приложат все силы для решения задач 11-й пятилетки.